Жамбылские полицейские раскрыли кражу племенных коров на сумму более 2 миллионов тенге. С заявлением обратился 38-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что в феврале текущего года неизвестное лицо с пастбища, расположенного в предписковой зоне села Алгабас, украло 3 племенных коров стоимостью в 750 тысяч тенге каждая. Сумма причиненного ущерба составила 2 миллиона 250 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 23-летний житель Турарского района. Мужчина дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Скотокрадство». За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. Всего с начала года стражами порядка зарегистрировано 33 факта скотокрадства.